Всем привет! Мы играем с тобой как... симулятор рыбы, да. Мы сейчас станем черепашкой-видео. Я, конечно, не черепашка-видео. Ну да. Поплыли по. Ну, такой себе бой. И наверх. Ну-ка, вверх. А вы знаете, что я могу? А ты чё, как в игре каком-то... игре как стоишь там? Просто будь рыбкой и все. У меня была одна рыба, то есть акула вот такая вот. Раз, два, три, четыре, пять, и я стал акулой. Ух ты. Да, они в шоке другие вот. Ну как это можно назвать плохой? Это же круто! Или вообще стать акулой обычной? Да не. А может стать да-да-да-да большой плавником. Большим плавником. Большой плавник его я буду назвать. Потому что у него, посмотрите, большой плавник. Посмотрите, какой у него большой плавник. Ну чё это отличается? На чё похоже? Большой плавник, поэтому его называют. Например, я назвал тоже большим плавником. Дэн-дэн. Вниз, вверх. Вверх. Я тоже буду посидеть. Да ты чё? Дай посижу. Да я не укушу тебя. Да где ты, черепаха? Я хочу там сесть. Давай. Оп. Он смотрит и говорит, вот что он хотел сделать. А я сразу уже не понял. Ты зачем меня опускаешь? Не опускай меня. Чё, я долго не сижу? Я сделаю для тебя скорость. Ну как тебе? Давай скорость. А вы обращали, что эта игра вот какая? Она похожа на 3D? Что это не 3D? Там есть что-то. Надо поплыть вниз. И сделать так, как будто я что, поймал тело мегалодона.
Зачем вы их кушаете? Не нужно так делать. Ты зачем себя ведешь так жестоко? Ну, посплю. Да я не буду спать. Я лягу для себя. Вот. Бульк. И все такое. Как вы хотите спать? Или больше спать? Давайте сидите у меня. Чё ты меня ударил? Давай сиди. Давайте сидите, будет. Пошли. Он думает, что я оправлю твой дом, бла-бла-бла. Без лиша. Ну, давайте, кто? Дай. Одну минутку. Ах, нет, никакой, ни одну минутку. Кто хочет быть у меня на лодке? Кто? Я сейчас сяну. Что я делаю? Давайте. Давайте. Кто-то будет у меня? Давайте.